После входа в Schoology вы будете в вашем родительском просмотре доступа. Чтобы получить доступ к учетной записи вашего ребенка и переключаться между несколькими учетными записями детей, вы нажмите на стрелку вниз в правом верхнем углу рядом с вашим именем. Под вашим именем вы увидите имя ребенка или детей, связанных с вашей учетной записью. Чтобы просмотреть действия вашего ребенка, щелкните «Имя ребенка» из меню выпадения. Обратите внимание, что теперь вы просматриваете как своего ребенка. Контрольная отметка в меню выпадения указывает, какую учетную запись вы просматриваете в настоящее время. Выбор имени вашего ребенка позволит вам увидеть активность Schoology с точки зрения вашего ребенка. Если у вас есть несколько детей в BCPS, верните в меню, нажмите на зеленую кнопку и имя ребенка, которое вы хотите просмотреть.